Три остинских пирога – ритуальная пища. Они имеют сакральное значение. Некоторые историки считают, что три пирога символизируют Вселенную. Верхний олицетворяет небесную, духовную, божественную силу, средний – земную жизнь, а нижний – загробный мир. На праздничный стол всегда кладут три пирога, напоминальный – два. Это означает, что усопшего уже нет в земном, материальном мире. Перед молитвой старший раздвигает три пирога относительно центральной оси, как бы показывая небесным силам, что их именно три. После их вновь сдвигают.